Летим. Преступники. Вот они. Вот оно, ограбление. Преступники. Ограбление века. А тут я пришел. Эй, парни! Я вам ничем не мешаю? Человек-паук, стреляй! Нифига себе. На. А вот еще. Вот еще. На. Еще. Еще? Будь еще вы так одни. Усердны на нормальной работе, нифига, пришлось с автоматами. Бы становиться преступниками. Приехали на машину. Да? Все. Приехали на машину. На машине-то приехали? Да. Так, Юрий, на машине. Сейчас починю последнюю вышку в чайной тауне. Пойдем догоняем на машине. Пойдем сейчас вышку. Я тут подумал, Юрий. Служба закону – удел молодых. А коп-паук, он уже слишком стар для этого. Далеко. Надеюсь, все идет туда, куда далеко я думаю. Улетели, да? С сегодняшнего дня да. Коп-паук да в отставке. О, да Богу, не туда. Да вон нам на верх. Мы все пьем сегодня, Юрий. Память о копе-пауке безвременно. Юрий? Юрий, ты тут? Наверное, не выдержала эмоциональности момента. Удерживайте и прицелитесь затем. За воздух зацепился. Вон, магнит. Ищем сигнал. Ищем сигнал. Да. Нам надо большого преступника найти, дядю. Глава. Дядю Глава надо найти. Да нет. Я. И погоди. Вон сколько много заданий. Новый уровень. А где паук? Вот он. Плохо. Нельзя, чтобы три волоска на моей груди попали на камеры. Инструменты для ремонта костюма в лаборатории. Да. Интересно, доктор Октавиус уже ушел? Где преступность? Где дядьки плохие? Их все будет усесться на уступе. Доктор, как все прошло с комиссией? Мне жаль, что я все испортил. Вовсе нет, Питер. Они просто боятся величия нашего грядущего триумфа. Они успокоятся, вот увидишь. Мне прибраться в лаборатории? Нет-нет, я все равно ухожу на ужин. Продолжим завтра. Дядьки. Отдохнем и продолжим творить будущее. Надо. Надо. Сидим. Его оптимизм на развес бы продавать. Не падаем. Похоже, до завтра он не появится. Можно заняться костюмом. Так. Можно заняться костюмом. Надо костюм подшить. Вон туда, за рюкзаком. Ниха! Произошло вооруженное ограбление. Следуйте в дачтаун. Полиция, вооруженное ограбление. Не ждали меня? Тут на знаке написано. Мы а оставляем за собой ждали? Право не обслуживать преступников. Меня не ждали? Да. Вы меня не ждали, а я... Меня не ждут и не зовут. Я сам прихожу. Сам приходит. Он так слышит. Так, слышно. Да папа, мешай. После ареста Фиска все мелкие сошки вылезли из своих нор. Человека-паука играть. Попы должны меня обожать. Анонимный СМС, быстрый арест, бум, и дело в шляпе. Нам рюкзачок надо взять пойти, да? Да. Осторожней. Тут здесь рядом. Где ты здесь? Нет. Зачок. Нет, он зачок. Вот он. Всем постам не допускать. Где? Вызов из маленькой Италии.
О, маленький плюшевый спади. Паука. Где преступники? Сломанная вышка полиции глушит тут сигнал сотовых. Может, починишь? Спасибо, я наведаюсь. Вот они, преступники. Вот они, мяу. Летим на вышку. Сейчас быстренько откроем вышечку. Сигнал расширяем. И все, и полетим дальше на борьбу с преступностью. О, рядом преступники. Видишь восклицательный знак? Где преступник? Вот смотри, вон он. Где? Вот. Бабаньки. Привет. Пацаны. Бандиты. Привет. Бандиты. Привет. Смотри. Он выйдет. Смотри. Все выйдет. Все, лежать. Не двигаться всем. А, ты еще жив? Еще один. Он меня своей кувалой. Пим. Лежать. Сейчас вы отправитесь в тюрьму. Враг обезврежен. И у меня плохие новости. Там тоже замки на дверях. Связать трех врагов паутиной в стенке. Так, мы можем тут бесконечно летать. Но нам надо на важную миссию отправиться. Да? Да. Сейчас рюкзак еще возьмем. Он где-то тут рядом. Летим дальше. Летим дальше. Вот он! Вот она, преступник. Так, плохие дяди. После ареста Фиска рынок наркотиков вырос. Пора это ну, если ну, честно, ты. Не люблю я рынок лекарств. Особенно вот тот, они. Что вот, деньги. Они украли денег много. Много денег? Да! Получай! 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 Все. Я сказал, получай, получай. Все, еще где-то. Вот он! Вот он, враг! Наркотики, пожалуй, худшие из всех преступлений. Денежки заберем? Да. Или в первый с конца я... А, нет, там не денежки. Там. Полиция уже в пути. Мне пора. Полиция уже едет. К нам. Надо скорее уходить. Полетать. Улетаем. Улетаем. А, вон он где. Летим дальше. Я смотрю, где. А, опять ограбление. Вот. Ага. Трудятся без вот они, бандиты. Бандиты. Да. Мне врезали. Ай-яй-яй, у него крутые дубинки. Ломики. Как паук умеет. Да. Паук молодец. У нас умеет сильный паук. Все. Конец грабежам. Разобрались. О, люблю счастливые финалы. Надо скорее улетать. Улетаем скорее. Там бандиты. Виноват. Вот они, бандиты. Сейчас рюкзачок возьмем. А где он? А вот здесь рядом, наверху он там.
Надо наверх. Наверх? Да. Вон он светит. Вот он, рюкзачок. Вот он, рюкзачок. Победили. Все, взяли. Та-дам, теперь отправимся туда. Теперь рюкзачок много. Так, вышку раскрыть надо по дороге. Сука! Что это такое? Что ты сказал? 10:30 произошло вооруженное ограбление. Внимание, срочно в Юнион Сквер. Мы летим самолет. Мы сейчас врежемся в самолет. О, рядом преступники. И рюкзак. Где? Вон они. Да. Там внизу. Внизу. Где? Летим вниз. Вон они. Вот они. Вот они. Вот они. Вон они. Догоним. 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 Во. Кто это... тут стреляет? Дядя. Вон, вот он. Дядя, плохой дядя. Вот он. Дверь. Все сломалось. Сломали дверь еще раз. Ему мало. Да, сломали дверь. Да. Это же старомодное ограбление. А вот и ваш борец. На Гринвич преступники. Ой. Милиция! Уходим быстрее! Анонимная СМ. Вот они, милиция. Поехали. Давай, догоняй милицию. Давай, догоняй милицию. Собрали лицо. Помчали. Помчали. Давай, помчали. О, солнышко светит, да? Прямо в глаза. 10:34, произошло нападение. Происшествие в районе Юнион Сквер. Подтвердите. Я так не доберусь до важной цели. Преступница просто тут зашкаливает. Да как залезть? Вот, узад. Все, взяли. Да, взяли. Только трусы. О. Мой страх высоты не пропал с обретением сил. Пришлось карабкаться на небоскреб, чтобы... Узак. Виталя. Подают на беспомощных. Намечается потасовка. Класс. Пуска. Бандиты. Ай. Вот они, бандит. Эй. Что ты тут с ножичком стоял, что, да? Приятно, когда вас бьют. Ну, вы обдумайте это. И как раз вовремя. Они совсем озверели. Побежали. Полетели. Далекие. А тетя? А тетя да. Сама там разберется. А там бандиты. А там бандиты будут. У тети. У тети будут бандиты. Надо скорее уйти назад. Расшифровочку берем. Быстренько разверхнулся. Ты желаешь спать хочешь, да? Да. Ой, рюкзачок. Где? А вот тут рядышком. Возьмем рюкзачок. Где? Да вот рядышком, смотри. Вот он.
где вы судили зачок? Нету тут зачока. Нет, есть. Вот он висит. Висит? Да. Тебя нету зачока. А вот еще один рюкзачок. А вот преступность. Где? А вон там, наверху. Наверху? Да, побежали. Вот они, бандиты. Если честно, бандиты. Не люблю я рынок лекарств. Особенно тот, что в подворотнях. Погоди. Погоди. А вон еще бандит. Люблю срывать сделки наркоторговцев. Так и крыляет. Не двигаться. Лучше будет, если копы меня уже не застанут. Ну, а пока они туда заберутся. Тебе больно? Мне нет. Вот зачок. Все, взяли. Полетели. Не за коной. Так, машина едет. Поймаем машину? Да. Нет, она сбьет. Не надо поймать машину. Как она... не надо? Там преступники. Она... Если... Машину не поймай. Молодой человек, я конфискую автомобиль. Вперед, Человек-паук! Каждый преступник будет конфискован. Как грубо! Давно не виделись. Опа, оп, не поймаешь. Танцуем, танцуем танго. Пора на выход. Поймай. Давай, давай. Вам так идет быть вместе, что мне даже как-то неловко. Поймали. Все, друг, заездился. Все, сломай машину. Сломали машину. Конец дороги. Все, полиция. Вы уже тут сами разберетесь. А то мы так до миссии не долетим. Человек спешит на по... Опаньки, какой я флаг тут увидел. Внимание, ЛГБТ. Всем машинам, похищение. Нужно подкрепление в мидбэкинге, прием. Угу. Добегаем. Смотри, дорога. Да. Супчик. А вот еще. Дорога. Супчик. Оп, приступим. Все. Зайдем сюда, посмотрим, что тут есть. Давай. Вот. Да. Все, пошли. Давай мышку бери. Пошли. 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 Только сильно не дергай мышкой. Давай, направляй ее. Куда нам идти? Лево давай, лево. Вот туда, да. Кажется, док до утра не вернется. Пора заняться паучьими делами. Давай паучьими делами заниматься. Давай. Так, давай направо поворачивай. Направо. Ну, сильно направо. Вот так, да. Поворачивай. Нет, направо.
Вот так. Выпускной. Давно это было? В колледже я был стажером у Дока. Он доказал мне, что в лабораторном халате я могу сделать для мира не меньше, чем в костюме паука. Даже больше. Все понятно. А там что такое? Давай посмотрим. Док совершил много великих открытий, но его заслуги всегда кто-то присваивал. Обычно Оскорб. В этот раз все будет по-другому. Порвался костюмчик, да? Надо зашить его? Да. Паркер! Доктор Октавиус, я... Что это у вас там? Лапша. Если бы я знал, что ты тут, я бы... Что это у тебя там? Да так, один проект. Ну да. Это ты. Я не знаю, что... Да брось, Паркер, это же очевидно. Я объясню. Что ж ты раньше не сказал? Я хотел. Все, он догадался, что он Человек-паук. Боялся, если кто-то узнает, моя семья будет в опасности. А. Да. Раз ты делаешь ему снаряжение, то под угрозой ты тоже. Да. Да. Не бойся. Я нем как рыба. Ну, я, пожалуй, пойду. Все, что ли? Ой. Что там? Да вот это. Вот это. Кнопочки боковые. Какой? Да, две кнопочки. Проверь почту. Две. Все, пойдем. Давай. Надеюсь, док не уволить меня хочет. Осторожней, осторожней куда. Медленно наводи, помедленнее. Питер, давай. Когда я узнал, что ты подрабатываешь изготовлением костюмов Человека-паука, это правильный термин? Я вспомнил, какой ты... Белый паук? Дай посмотрю. Сюда залезем. Нельзя, что ли? Нельзя. Давай продолжить сделаем. Вот он наш паучок. Можно использовать жетоны. Ага. Все, ну костюм новая функция. Это выбрать любые модификации. Это все можно тут модифицировать. Должно сработать. Все, что ли? Ого, какой паучок крутой. Но новый костюм. Теперь... Пардон, спешу на работу. Ух. Извините. Привет, Нью-Йорк! Ха-ха! Новый костюм, старый добрый я. А нам вышку надо вон туда открыть. Я сама. Давай, полетели. Не туда, давай туда. Вон на ту вышку, вон туда. Человек-паук, думаю, я поняла, как люди Фиска все еще ведут его дела. Его стройплощадки. А ее не закрыли после его ареста? Нет, это одно из его законных дел. Много инвесторов. Без причин мы не могли. Но сейчас причина есть, да? Поэтому я надеялась, что ты осмотришься там и скажешь, если найдешь что-нибудь. Понял тебя. Стану любопытным соседом-пауком. Давай, папа, расшифруй что-то. Все. Шифрон закончен.
полицейский участок. Рюкзак. Давай возьмем рюкзачок. Где он? А вон наверху. Ладно. Мои преданные слушатели, щеткоголовые, всё, как они зовут себя, взяли. Хотя я и не понимаю, почему, что ты хрюкаешь? Вспомнят, я предупреждал, что в городе устанавливают жуткую систему наблюдения за преступностью. Так вот она не работает. Почему, спросите вы? Потому что кто-то пришел в себя и понял, что нарушает гражданские права? Нет, а потому что эти болит? Некомпетентные Фишка? Бюрократы построили сеть, которая падает чаще, чем алкаш, идущий нет, домой. Сэя. Вот как они тратят ваши налоги. И никаких результатов. Это еще не самое лучшее развитие событий в нашем болит. Мире, направляем ребятки. Туда. Напаляем. Я сама! Я Человек-паук. Или это ты, Человек-паук? Машинам в секторе сообщили об ограблении. Внимание, срочно в Юнион Сквер. Юрий, я на стройке Фиска, и тут куча парней, которые совсем не строительством заняты. А что они делают? Сейчас я это выясняю. Паучок? А, док прислал сообщение. Похоже, новая идея паучьего гаджета. Он хоть во сне перестает изобретать? Уже может сработать. Кажется, я старею. Сюда полезет. Шикарно! Доку понравится! Босс регулярно разделывал его под орех. Я думал, босс его тогда и убил. Может, и убил. Лени говорит, что человеков-пауков много. Припусти язык. Не хватало только армии. Вы тут новички. Так что запомните правило номер один. Вам не стоит опаздывать с доставкой. Никогда. У босса строгий порядок. Барабаньки. Не любит задержки. Был тут один парень. Он решил промочить горло во время доставки. Это была его последняя доставка. Улавливай. Нам... Эй, вставай! Черт! Охраняй это место, пока босс не вернется. Да из чего она сделана? Парни. Человек-паук, мы накрыли 4 нелегальных торговцев оружием в паре кварталов от стройки. Торговля оружием. Попробую перекрыть поставки. Где он это берет? Тебе конец! Кажется, они позвали друзей.
Нет еще, парни. А у нас вечеринка. Обувь снимайте в коридоре. Если не носите носков, то купите уже носки и носите. Вот моя башка. Уходи в сторону. Надери ему задницу! Предлагаю сдаться добровольно. Нет? Сейчас будет больно. Пристрелите его, наконец! Дешевый трюк! Сейчас ты заткнешься! Теперь тут чисто, капитан. Только все в паутине. И кто-то наконец сообщил о выстрелах. Отряды уже в пути. Хорошая работа. У Фиска есть еще стройки в городе. Уверена, это тоже прикрытие. Наведайся туда и сообщи, если увидишь что-то подозрительное. Если я хочу найти все стройки Фиска, нужно перенастроить мой навигатор на повышенную точность. Это можно сделать, используя объемную обработку фотографий популярных мест. Пожалуй, я знаю, откуда начать. Когда мы с МДЖ подали заявку на аренду, я думал, мы съедемся. А мы расстались. Иногда я такой рассеянный. Мягкий паучок! Мне прислали пробный экземпляр на утверждение. Обидно, но если я не раскрою свою личность, мне не заплатят.
пытался создать прототип паутины в Оскорб, когда Гарри там стажировался. Не вышло. Никогда мне не везло с этой компанией. Бейджик Оскорб, который мне дали на собеседовании. Обещали хорошо платить, но доктор Октавиус переманил меня оттуда. Ха. Мой страх высоты не пропал с обретением сил. Пришлось карабкаться на небоскреб, чтобы преодолеть его. Перепонки из паутины. Думал, что смогу парить на них, но они так и не заработали. Осмотрелись круто. Полеты на паутине ускоряют доставку пиццы. Получайте ее быстро и одним комочком. Бутоньерка с выпускного сломалась в драке с Фиском. Символ моей удачливости в отношениях. Капитан Ватанабе дала мне свой номер, когда решила, что верит мне. Это немалый риск. Если кто узнает, что она помогает мне, ее уволят. Фиск мне задал этой штукой. Я прихватил это для суда над ним, но МДЖ сказала, что меня посадят за незаконное проникновение. Паркеру всегда везет. Диапазон работы паучьего датчика слишком мал, чтобы его применять. Зато я смог применить ту же технологию для моих паутинных ловушек. А! Черт! Эту майку я хотел постирать 6 лет назад! Фу! Старый добрый Empire State. Люблю этот город. А теперь фоточку. Так пойдет. Карта сейчас перенастроится. После ухода из Бьюгла я почти не фоткал. Уже забыл, как это здорово. Надо поснимать другие достопримечательности. А, это мистер Ли. Алло? Питер, это Мартин Ли. Хотел тебя предупредить, у нас еще не все готово к вечеринке. Курьер с тортом, кажется, застрял в пробке. А, конечно. Скажите, как будете готовы, я заскочу. Отлично, до связи. Так, появилось свободное время. Посмотрим, что творится в городе. Подписывайтесь на канал. Пока-пока!